7 марта 2021 год, Харьков. Прекрасно видно поселок Жуковского, 6 километров, 6 с мелочью. Отсюда снимаю фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000. Крат оптического увеличения. Еще плюс 4 цифрового. Идеально, солнце сзади. Вот, вот эта оптика. Оптическое честное увеличение. А вот это уже просто цифровое. Тоже очень неплохо. Молодцы японцы. Синхронно пролетела ворона на Жуковском, ворона на Дружбе народа.